Привет, друзья! С вами Олеся на канале «Готовим дома». Сегодня я готовлю десерт, который всегда меня выручает, когда гости уже на пороге, и мне надо приготовить что-то быстрое и вкусное к чаю. Десерт готовится быстро и очень просто. Сложность его лишь в том, чтобы не съесть его в процессе приготовления, а то ведь гостям ничего не достанется. Ну а если все-таки достанется, они будут наперебой просить у вас рецепт. Так что не забудьте сохранить рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями в соцсетях. В кастрюльку насыпаю 60 грамм крахмала, я использую кукурузный крахмал, и постепенно вливаю 400 мл молока, у меня молоко холодное прямо из холодильника. Постоянно перемешиваю, чтобы не образовывались комочки. Шоколад ломаю на кусочки и добавляю в молоко. Этот десерт мне нравится тем, что каждый раз можно получать новый вкус. Можно приготовить десерт только на молочном шоколаде. Такой десерт очень понравится деткам, так как они в основном просто обожают молочный шоколад. А можно взять пополам молочный и темный шоколад. Здесь вкус получится уже поинтереснее, и взрослые любители шоколада получат массу удовольствия. А если приготовить чисто на темном шоколаде, такой вариант приведет в восторг шопоголиков или шокоголиков. Кажется так. Среди вас есть такие? И теперь, постоянно помешивая, довожу все до кипения. В процессе варки должен получиться вот такой густой шоколадный крем. Крем можно пробить блендером, тогда он получится идеально гладким и однородным, без единого комочка и очень вкусным. А я бы еще добавила ванильки или ложечку коньяка или рома, получится просто божественно. А если вы любите кофе, можете добавить в крем ложечку растворимого кофе, так что простор для фантазии здесь просто огромный. Вот такая консистенция у нашего крема получилась. Он такой бархатный и нежный, ну просто рай для любителей шоколада. Теперь берем любую силиконовую форму и раскладываем крем по формочкам. Формочки можно брать любые, хоть башенки, хоть мишки или зайчики. В общем, подойдет все, что у вас есть. Крем очень быстро густеет, поэтому действуем быстро. Ложку по дороге не облизываем, а то нечего будет подавать гостям. Приготовь, поделись, подпишись. Убираю на 20 минут в холодильник. Десерт желательно хорошо охладить перед подачей. И та-дам! Наконец-то можно подавать. Просто шоколадкой уже никого не удивишь. И если обычный шоколад вам слегка поднадоел, попробуйте приготовить этот удивительный шоколадный десерт всего за 20 минут. Гости будут в восторге. Этот десерт получается всегда. Можно приготовить его к праздничному столу прямо с вечера, он прекрасно стоит в холодильнике. Друзья, если вам понравился рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях «Хочу десерт», и я буду знать, что вам интересна эта тема. Не забудьте сохранить рецепт и поделиться с друзьями и любимыми подругами в соцсетях. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. А с вами была Олеся на канале «Готовим дома». Всем приятного аппетита, прекрасного настроения и скоро увидимся!